Всем привет! Сегодня выходной, суббота. Собрались я до бабушки с дедушкой ехать. Будем ехать с вот этим чудом первый раз. Не знаю, конечно, как он у бабушки с дедушкой будет вести себя. Страшно. Ну да. Ну, бабушка с дедушкой просыпаются рано, поэтому он никому не помешает. Он у нас любит вставать в 7 утра, до 9 гулять. И дальше спать, когда все уже проснулись. Вот только что была стычка с нашим Марсиком. Марсик. Сидит, злится. Всё. Не знаю, когда они уже привыкнут друг к другу. А я вот такой модный. Часы есть, бананка есть. Так, можно ехать, да? Рум, тут по моей бананке. Тут находится мой как бы старый телефон, разбитый. Сейчас я покажу. Что такое? Угу. Это, ну, как бы, Android, и все такое, Xiaomi. Сейчас. Ладно, это потом. Потом, у меня тут есть тайный карман. И тут лежит мой новый телефон. Угу. Вот, вот, прибежал уже, все. Оскар. Да отстань ты уже от него, Оскар. Марс, а ты не злись на него. Эту или нет? Пеленку? Ага. Вот эту бери, вот эту бери. Может, новую взять и в эту промокнуть ее потом? Да ну сколько ж их много, сколько их можно новых брать? Все, сидишь. Она у нас уже одну команду знает. Угу. Это сидеть. Да. Умничка, 2,5 месяца, а команду уже знает. Оскар, вот правда... На своей волне сейчас. Правда, не всё. Первого раза это все получается. Ему нравится, кстати, там сидеть. Он игрушки себе туда затаскивает и сидит. Иди ко мне. Иди ко мне. Я это до сих пор рычит. Я его довёл. Ковёр убрали. Сидеть. Пока месть. Молодец. Умничка. Не смотри туда. О, дедушка приехал. Пошли. Сейчас посмотрим на реакцию дедушки. Дедушка еще не видел. Там дедушка. Привет. Здрасте. Овчарку привяжите свою. Боишься? Что ты? Привет. Устанчик, привет. Привет. Ай, ты хороший такой мальчик. Ай, так я чужой. Ля, какой он довольный. Балкан, я ля, чужой. Ля. Довольный вообще. Ты чужой, ты едешь на дружка. А я думала, он начнет гавкать вообще. Ты поедешь на дружка. Поехали до дружка, ты там набегаешься на Садовой. Ничего себе, я не ожидала. Иди, ну, да. Ты такой заяц, а? Ах ты заяц. Так, ладно, одеваемся, собираемся. Не кусайся. Дружка. А я тебя за хвост. Ага, он кусается хорошо. А я тебя за хвост. А где хвост твой? А хвост. Давай хвост твой. Давай. Хвост давай. Мы приехали к бабушке уже. Расположились тут, пока бабушки нету. Вот, постелили пеленки. Пока приучаем, будем стелить, конечно, 2-3 пеленки. Ну, а там, как подрастет, уже будем с одной пеленкой, я надеюсь. Так что дождемся бабушки скоро. Посмотрим на ее реакцию, на реакцию Оскара. Угу. Мне кажется, он так же сам обрадуется. Ну, это хорошо, когда так может. А то вдруг гости будут приходить, а он будет на них гавкать. Да, Оскар, ты покушал? Только что дали покушать ему. Ждем чуда. Обычно после кормления он минут 10-15 проходит и идет в туалет по-большому. Так что надо следить за ним. Какой?
Он у нас любит вот так вот ползать по полу. Да, Оскар? Ты любишь ползать? Грызи его. Грызи. Грызи. На жирафа. Ему очень понравились мягкие игрушки. Вот почему-то вот эти резиновые, ну, не особо ими гуляется как-то. Он по утрам их грызет. По утрам грызет, да? У него еще есть канат. И папа купил курицу. Ну, все уже видели эту курицу. И он в первый же день отгрыз ей лапы. Это ужас. Да, это было, конечно, смешно. Вот, 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 ищет, 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 где покакать. Оскар, надо на пеленочку, Оскар. Дочь, смотри, чтобы сейчас сел, бы сейчас сядет. Нельзя. Оскар, иди на пеленку. Иди на пеленку. Да, да, хорошему. Иди на пеленку. Он на ту хочет. На. Оскар. Нельзя. О, кто тут пришел? Свет включайте. А бабушка где? Она там на столовой. Ну включайте свет. А где свет? Ну первая. А, это... Привет. Вот. Оскар, иди сюда. Оскар встречает. А что, бабушка не скоро еще? Не знаю, я не спрашиваю. Понятно. Она только до гусей пошла. А Ростик потом как будет идти домой? Мы проведем, если что. Понятно. Я. Ага. А ты когда можно так делать? Угу. Рома встретился с другом. Да, Оскар. Оскар. Мобильный? Хлопцы пришли играть в интернете. В игры, да? Слишком много всего. Слишком много техники. А ты шо? Пришла бабушка наша. Бабушка тут... закрывает. А? Что за встречает. А тут? А зачем тут закрывать, да? Тут не надо. Закрывай. А ну, включай свет. Не надо. Всем привет, говори. Всем привет. Встречает тебя. На новой квартире. Да. С старыми дырочками приехали из дачи. Ну. Тёсик. Как наш зверь тебе? Ох и зверь, точно я Каська. Чёрненько не хватает. Да. Да. Знакомься, Оскар. Давай лапу. Давай, будем знакомиться. Скажи сидеть. Давай. А ну скажи ему сидеть. Сидеть. Оскар, сидеть. 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 Оскар. Ну правильно, он сейчас на своей волне, ему новое что-то. Он не... нюхаешь что-то. Оскар. Оскар. Оскар, сидеть. Сидеть, Оскар. Сидеть. Сидеть. Оскар, сидеть. 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 Не-не-не. Еще не, он такой еще. Оскар, сидеть. Сидеть. Не хочем. Оскар. Скажи, отец, встаньте. Все новое, да? Друг, ну да. Пахнет, все, да? Да. На дедушку так накинулся. Такой радостный прям вообще. Ага. Оскар. Как вроде он его знал всю жизнь. Оскар. Отыграться хочешь, да? Ой, ты Оскар, да. Он кусается больно, если что. О, я волосы он любит вообще. Ага. Вики дома вообще. Так, когда на пол ложись, а так он прически делает сразу. Ты маленькое чудо. Ты маленькое чудо наше, да? Ага, играться уже, играться. Рычит, да? Ой.